И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Seis Optimus, а это значит, вы сделали правильный выбор с каналом про пиротехнику. Сегодня у нас видео будет обзор и распаковка новинок петард. Black Mamba, King Kong, Gorilla Boom и Super Bulldog. Погнали, новиночки! Ну что, ребят, погнали распаковывать Super Bulldog. И вот он, 4 штуки в упаковке. Super Bulldog, 30 грамм флеша здесь, дорогие друзья. С ладошку, вот такая даже меньше ладошки петарда. В Рубиконе у нас 30 грамм, да, кстати. Но петарда гигантская. Здесь Super Bulldog 30 грамм, то есть звук должен быть такой же по громкости. Также пластиковая у нас здесь затычка. Ну, здесь описание и так далее. От Волка VO31. Фитиль у нас длинный, крепкий. Гипсовая затычка сверху. Вот такой вот у нас фитиль. Будем в тесте смотреть. В тесте лучше всего посмотреть будет. Это у нас распаковочка. Вот такая картинка у нас еще. 30 грамм. Типа опасно, громко. Упаковка красивая, конечно, ребят. Ну, такой с рогами бульдог у нас, бульдожик. Вот. Ну, и сзади то же самое написано. Ладно, идем дальше. А дальше у нас, друзья, Gorilla Boom. Как же я давно ее не взрывал, эти петарды. Надеюсь, они такие же мощные и классные. Два раза я только взрывал эти петарды, а теперь у меня аж целых 6 штук в упаковке. Смотрим, значит. Gorilla Boom BO32 или 032. Вот такая у нас горилла нарисованная, свирепая. Фитиль у нас длинный. Гипсовая затычка сверху. Сзади пластиковая. Все хорошо, все как обычно. Также в тесте увидим. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новых видео с моими новинками, мощными петардами. И вот такая вот в упаковке 6 штук. Такая упаковка. Упаковки, кстати, качественные, красивые, прикольные. Тоже от Волка. Вот они. Погнали дальше. Дальше у нас King Kong, друзья. Помните, другой чуть-чуть был King Kong, где 100 грамм флеша. Да, это верно, потому что здесь, если я не ошибаюсь, в 106 King Kong, вот такой он. Здесь 3 штуки в упаковке. Везде, кстати, забыл сказать, написано не поджигать в руках. То есть мы ставим петарду на землю, поджигаем и отбегаем. На вытянутой руке мы ее поджигаем. Вот, это чуть-чуть другой King Kong, конечно, тут 30 грамм флеша. Давайте откроем, посмотрим. Вот он наш King Kong. Рисунок, упаковка прикольная, красивая. Вот такой King Kong. Посмотрим, как он будет взрываться на тесте. Подписывайтесь и увидите все. Также пластиковая заглушка. Больше ладошки моей. Вот такая вот петардочка. Погнали дальше. Дальше у нас самое крутое напоследок, как обычно, да? А тут у нас, друзья, Black Mamba 55 грамм флеша от Favorite Group, Pyro Group. Это офигительные петарды, здоровые. FPS 633, тут TIC-3, Viper 12А. Тут много чего понаписано на этих здоровых коробках. Здесь вообще написано «Внимание!» Там класс опасности 4, то есть более 50 метров надо отходить. Короче, тут много-много чего, инструкция тут. Прям жесть, ребят, опасно, не повторяйте одни. Достаем одну петарду в пачке по 2 штуки, достаем одну... Распаковываем. И вот она, ребята, она гигантская, толстая. Просто жесть, посмотрите. Это круть.
Это жесть, смотрите. Инфа сотка. Онфа написано. Заглушка, не понимаю. Что за заглушка? Какой-то картон, внутри фиг пойми чё. Ну посмотрите, как она у меня. Ну посмотрите, моя рука. И это Black Mamba. Да, она с ладошку. Но она толстая, посмотрите. Фитиль длинный, хороший очень. Посмотрите, какой фитиль. Просто красота. Видел видео в Ютубе, когда положили сверху на петарду вот эту Black Mamba в ванну. Она разорвалась и подлетела на метров 10. Это жесть просто. Это просто жесть. Так, ну что тут у нас написано? Изготовитель, импортер, продавец, фаворит групп, Республика Беларусь. Ну, тут номер телефона и адрес. Ребят, ну вот это будет тест. Ради этого надо посмотреть мой тест. То есть мы сейчас смотрим обзорчик. Вот, Black Mamba, да, распаковка. И тест мы будем смотреть. Уже, я думаю, на выходных будут тесты этих новинок петард. Так что подписывайтесь на канал SysOptimus, ставьте лайки. Всем пока!